Так, приветствую всех. Быстренько, короткая информация, короткое видео в таких условиях, без всякого монтажа. Все, завтра начинаем разбор. В501М двигателя с нажимом КПП. Будем диктовать вал, следите объявление на Авито. Кто ждал вал. Ничего не бронирую, кто успеет, тот возьмет. И вот еще вал. Ну, шлицы такие работают, ну посмотрим. Надо сначала разобрать и понять, что с ним вообще. Вал тут, вон даже фиксатор, значит, на месте, там так называемая пружинка, пуля, тоже эмовский мотор, наверное. Посмотрим, что на картерах написано. Так, нет, это не эмовский, это просто В501, вот это В501М. Все, будет под разбор. Долго я думал, что с ними делать, перебирать, не перебирать. В итоге все принял в разбор, 100% разбор.